В ходе проведения межведомственного оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант» сотрудники региональных управлений МВД, ФСБ и Росгвардии с целью выявления и пресечения каналов нелегальной миграции проверили здания, сооружения, участки местности и транспортные средства на территории Приморского края. Межведомственными оперативными группами проведен 551 рейд. В результате в отношении нарушителей миграционного законодательства возбуждены 40 уголовных дел. Составлены 790 протоколов об административном правонарушении. Из них 313 – за нарушение правил въезда, выезда, пребывания и транзитного проезда на территории Российской Федерации. Судами общей юрисдикции вынесены 255 постановлений о наложении штрафов с административным выдворением за пределы страны. В результате взаимодействия приморских полицейских с коллегами из пограничных управлений ФСБ России по Саратовской и Самарской областям установлена попытка въезда в Российскую Федерацию, сменившего персональные данные 24-летнего гражданина Республики Узбекистан. Иностранец сменил фамилию и имя для того, чтобы вновь въехать в страну, так как был признан виновным в совершении административного правонарушения. Он уклонился от назначенного ему судом наказания в виде самостоятельного выезда из страны и был принудительно выдворен за пределы Российской Федерации. Теперь мужчине по всем его персоналиям вынесено решение о неразрешении въезда в Российскую Федерацию сроком на 10 лет.